Доброго времени суток, дорогие друзья! У микрофона Никита. Сегодня играем в Roblox в режиме Black Ridge RP. Сегодня покажу последний автобусный маршрут, четвертый. Последний он только на данный момент. Может быть, после глобального обновления еще добавлю. Этого я еще точно не знаю. Ну, как-нибудь место уж там найду, если добавлю. Берем. Ну, вот как-то так. Ну, поехали. Всего лишь по 5 секунд. Время ожидания 5 секунд. Это просто вот реально максимально мало. Третий маршрут 15, первый, второй по 10, а тут 5 секунд. То есть сам маршрут, да, он большой, остановок тут почти на каждом шагу, но 5 секунд. То есть это даже, вот считай, только остановился и сразу можешь уже газовать. То есть вот, остановился. И газуем. Ну, типа, это такой экспрессный маршрут. Тут будущий парк. На данный момент тут есть полицейский участок. Собственно, все, что здесь есть. Да, я знаю, как-то сегодня молча едем. Я просто даже не знаю, что здесь вообще рассказать. Кстати, все, наверное, последние обновления, вот, ну, все, что выйдет в глобальном, вот, ну, или уже вышло, ну, да, скорее всего, на момент этого ролика уже и глобальное вышло, и, может, еще много чего вышло. Все-таки я ролики очень, очень так заранее снимаю. Вот. Но, тем не менее... На данный момент, как видите, здесь просто все пусто. Ну, то есть, ну, практически пусто. А вы очень много чего нового увидите. Хочу еще работу строителя запихнуть. Работа уборщика уже есть. Вот, но она есть именно в обновлении. Не на данный момент съемки, а именно на тот момент, когда вы, наверное, уже будете смотреть это видео. Вот. Но тем не менее, я надеюсь, что вы зацените режим, и он вам очень сильно понравится. Очень на это надеюсь. Очень хочу на этом режиме увидеть просто тупо актив. Вот очень хочу. Тем более, давайте я напомню, так сказать... Самую главную дичь этого проекта — это на одном сервере 200 человек. Это вообще самый максимальный, допустим, максимал, так сказать, в Роблоксе. 200 человек на одном сервере. Уж не знаю, что будет здесь твориться, когда будет максимально актив. Но я очень хочу, чтобы он хоть один раз, хоть когда-то в жизни здесь был. Так что я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь вы мне поможете с этим. Ну и, может быть, как-нибудь даже проведу стрим на своем режиме. Может быть.
Кстати, вот заметили, как вот быстро мы все делаем? То есть вроде вот, вроде мы просто катаемся, то есть вроде вот останавливаемся, но из-за этих 5 секунд настолько все быстро происходит, что мы уже вот завершили маршрут. Настолько вот быстро. Ну и заезд на парк здесь происходит таким образом, то есть здесь еще даже есть остановка вот тут вот. Кстати, что я там говорил про... Ну, вот это эксклюзивная остановка 4-го маршрута. Но для 3-го маршрута вот это не эксклюзивная маршрутка. Ой, фу, маршрут. Остановка. Вот. Потому что здесь еще останавливается 4-й маршрут. То есть тут 3-й, 4-й. Ну и как видите, это самый вообще лучший и прибыльный маршрут на данный момент. Приносит 30 тысяч. Вот, достаточно быстрый, экспрессный. Вот, то есть, ну, максимально офигенный маршрут. Хотя по интересности самой поездки, как по мне, лучше всего третья. Собственно, на этом все. Вот и весь маршрут. Все подошло к концу. Ну, вот как-то так. Ну, я надеюсь, вам понравилось, и вы зацените мой режим. Это было последнее видео перед глобальным обновлением. Вот. Ну, на данный момент, когда вы смотрите, оно уже наверняка есть. Ну, а с вами был Никита. До новых встреч, друзья. Еще увидимся.